У меня есть к тебе другой вопрос. Видел ли ты свой профайл на сайте Каннского кинофестиваля? Да. Это сознательная фотография? Да. Объясни тогда. Ну, можно я не буду отвечать? Мне кажется, не все должно быть объяснимо. Ты же примерно... У тебя есть свое понимание и для чего это было сделано, правильно? Ты же как-то... Ну, у меня есть варианты. Ну, вот это же прекрасно, когда есть... вариативность вариантов. Хорошо. Тогда вернемся к Дылде. Мне кажется, что вот после тесноты ты дал какое-то невообразимое количество интервью, сам от них устал, разочаровался.